Около часа дня на Академика Вавилова 40 произошло возгорание гаража. Огонь быстро перекинулся на стоящую рядом постройку. Уничтожены 4 неисправных авто, расположенные на придомовой территории частного дома. К счастью, никто не пострадал. В это время вот был отец, мать была и сын был дома. Они успели выбежать из дома. Мы только зашли, я привел малого со школы, раздел его. Жена кушала, говорит, а ну что-то трещит там. Думала, что это Витя чем-то стучит там или что-то, ну ремонтировать. Что-то. Я вышел, уже было пламя, уже все пошло. Сам хозяин дома комментировать ЧП отказался. Ребята, ну вы как эти вот, не надо. Скажите, причина очевидна, ну какая причина? Если бы я знал, я бы сказал. Для тушения пожара понадобилось 4 единицы спецтехники. С огнем боролось более 15 спасателей. Около часа понадобилось на ликвидацию возгорания. Пожарные успели вынести с пылающего гаража 6 газовых баллонов. Причины пожара устанавливаются.